Эту детскую площадку смастерили, что называется, всем миром. Кто-то из жильцов привез шины, другие установили металлические турники. Площадку сделай сам. Жильцы соорудили в безысходности. Играть местной ребятни было негде. Во-первых, у нас детям негде играть. Они вот скачут вот на этих вот баллонах все. Вот кто покрышки смог найти, тот поставил, закопал. И они вот скачут, иной раз убиваются. Вот этой вот железки, когда я маленькая родилась, она сколько, дай бог ей лет уже, почти 30, она вот стоит до сих пор, дети на ней прыгают. На этом беды жильцов не закончились. В доме давно прохудилась крыша, жалуются люди. После сильного дождя жители верхних этажей бегают с тряпками и тазиками. Несколько лет назад многоэтажку включили в программу модернизации жилья. Жители ждали и надеялись, но менялись лишь обещания и люди, которые их давали. А крыша все та же. Крыша протекает. Вот мы собирали деньги, вот это все делали на свой счет, но все равно протекает крыша. Это насколько хватит вот эту крышу, хоть мы собирались, сделали, на 2-3 года, но все равно оно протекает. Ветер все равно идет, там еще что-то. Оно протекает, это невозможно. Когда вот мы с Акимата вот звонили, тут деньги, денег нету. Как деньги будут, сразу как бы придут и сделают. Ну, мы и писали в том году, не то что мы писали, мы ходили, сказали, вот в бюджете денег нету. Как будут в бюджете деньги? Вам сделают. Ну уже сколько можно ждать, что... Ну неужели до сих пор нет бюджета денег, чтобы сделать один двор и крышу, я не знаю. То ли после вмешательства корреспондентов, то ли, наконец, услышав мольбы несчастных, во дворе появился и сам Аким Альфа-Арабийского района. С собой он привез смету, где написано, как изменится территория в ближайшее время. Но именно эта бумага вызвала у людей еще больше сомнений. Вот это утвержденные документы. Почему? Вы сейчас нам просто бумажку показываете, на которой чья-то подпись стоит, и все. Никем не заверено, никем не утверждено, ни одной печати нету. Печать – это самое главное, оно подтверждает, что документ действительно. Да. И когда стоит на нем дата. Заявка по данному дому на модернизацию дома составлена в 2015 году. Соответственно, деньги должны были выделены в 2016 году. Так как в 2016 году денег не было выделено, в этом году начали модернизацию по нашему району. Да? Сейчас уже работают по 4 домам. Вторым этапом, это где-то в июле месяце, данный дом уже будет здесь работа проводиться. Жители многоэтажки обещаниям городских властей уже не верят. Теперь они собрались к Акиму области в надежде, что глава региона сможет помочь. Шудин Саидов, Ербулат Султаев, информационная служба телекомпании «Утрар».